Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенные. А затем последовало 5 волн расширения НАТО на восток. Причем это же происходило, помните как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения. Ну, просто чуть ли не союзнические. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. Оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2%. По уровню современности наши вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на 9-м месте. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования в 2 раза. На Арктических островах, архипелагах и удаленных районах побережья завершено создание 2 военных баз, организовано несение боевого дежурства, подразделений противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс «Мир» позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств. This warning, this is Beal. Confidence is high. I repeat, confidence is high. Roger, we've got 32 targets in track and 10 impacting points. I want to confirm, is this an exercise? Roger, copy. This is not an exercise. Roger, understand. Major Reinhardt, we have a massive attack against the U.S. at this time. ICBMs. Numerous ICBMs. Roger, understand. Over 300 missiles inbound now. Come on, baby, don't die on me now! Oh!